Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Продолжается ведьмачок, кругом шлюхи, проститутки и куртизанки. А мы с вами бросаем все дела, посылаем всех нахер, почему-то не спим. Во. И отправляемся, короче говоря, на поиски четвертых улучшений ведьмачьей школы Грифона, потому что у нас уже... Почти там все уже какие-то конечные задания пошли. И чтобы к ним быть нормально готовыми, мы с вами пойдем и... Найдем, собственно, найдем сокровища в конце-то концов. Четвертое улучшение, самое последнее, не кота, а грифона, вот оно. Поехали. А непонятно где это, скорее всего это на Скеллиге, там писали еще раньше, когда я даже не нашел эту карту, говорили, что они находятся где-то на Скеллиге, все где-то там, одна там, другая там, третья здесь, четвертая где-то здесь, вот, отлично, я же говорю на Скеллиге, все помню, все молодец. А, третья школа, третье улучшение тоже было, весь все на Скеллиге, а вот куда, так, отлично, одно здесь, два, три, по-моему всего три, там для меча и для доспехов, тогда давайте, короче, быстренько вот сюда и поехали на самое первое. Геральт объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Ты спросишь, почему я молчу в заставках, и я отвечу, потому что там появляется страшный дьявольский голос, а перед самым началом, чуть не сюда портнулся-то, перед самым началом у нас была небольшая гимнастика для глаз, если кто-то заметил самое начало, там она была. Собственно, мы перемещаемся почему-то вот сюда же надо было. Ты чего, угораешь? Я не здесь, я вот здесь, понимаешь? А если я сюда перемещусь? Ну-ка. Нет, я тоже, говорит, уже здесь. Ну ладно, здесь так здесь. Так, нам правильно показывают в ту сторону-то? Что-то 1200, это, по-моему, для этого очень далеко. Нет, смотри, в натуре 1200. Ну ладно, поскакали. Прям вот так вот напрямик я не буду никого... Пачки, спокойненько. Вот, нормально, Геральт скачет, Геральт едет, Геральт прыгает. Плотва! Иди сюда. Скачи быстрее, треска, плотва, сардина, кто угодно. Давай, поехали. Мы с тобой едем, плотва, по очень важному делу. Мы с тобой будем улучшать свои собственные доспехи, чтобы меня вообще никто не убил. Но тебе доспехов нет, тебе доспехи не нужны. Похоже, лесопилка заброшена. Отлично, еще один перемещатель, короче, мы с вами нашли. Почему там нет так близко никаких знаков, я не понимаю. Они должны вроде как бы быть, но их почему-то там нет. Снег. Здесь, наверное, опять будет какая-нибудь скала, какая-нибудь гора, что-нибудь типа того. Ну да, собственно, опять какие-то заброшенные деревни непонятные. Какой-то мужик стоит сыт. Нет, он просто стоит. Ладно, здесь какие-то эти всякие обитают. Так, а почему у меня два знака там? Я вообще, по-моему, не в ту сторону скачу. Тебе не кажется, Геральт? Ну, конечно же, естественно. Я ему показываю вот сюда, давай скачи. Он мне почему-то сюда скачет. Ну, ладно, поскакали сюда. Ну, все, ну, все, ну все. Действительно. Я так понимаю, это где-то наверху и на горе. Ну вот, они исправляли, короче, тем патчем прыгание коней, который 1.07 вышел. Но видите, как конь, короче, продолжает просто скакать прямо в гору. Где обход-то? Где объезд-то? Как попасть-то вообще? Человек в беде! Нихера тут бандитов! Алло, человека в беде надо спасти! Спокойно! Эка! Где человек-то? Так, ладно, спокойно! Тихо-тихо-тихо! Да, сука... Так-ка-так-ка-так-ка, подожди-ка, подожди, ребят, сейчас я всех спалю, короче, будет нормально. Опачки! О, нормалюк! О, красота! Отлично, я еще и горение у всех вызвал. Прощайте! Тебя туда же! Тихо, головы полетели, руки, ноги, все подряд. Я тебя сейчас ударю, слышь? Спасите, сейчас спасу. Подожди, чувак, спасу тебя от этой бренной жизни. На-ка! Эх, не попал, сука. На еще тогда! О, прощай. Где сам человек-то? Да сдохни ты, ну... Отлично, горение вызывает. Смотрите, там 20% шанс горения, я его спас. Здорово, трава. А, это еще тут один прячется. Здорово, мужик. На-ка. Опа. Эх, сука, заборы поломал. Геральт, Геральт, люди строят. Да эти тюпочки, ты что делаешь? Ты сгори, сука, в аду. Во.
Отлично, я спас кого-то. С них ни хера путного не падает. Вставай давай, травник, ты чё? Надеюсь, тебя боги, ведьмак. Я же тебе смогу дать лишь скромный подарок. Загляни ко мне домой, тут недалеко. Ладно, будем иметь в виду, может мне что-то понадобится для 4-го улучшения школы Грифона. Я хер его знает, пока соберу все здесь. Чё тут еще, где тут еще? Чувак, что-то ты закипел, что-то ты устал. Ты тоже, по-моему. Вот и отлично. Так, мы продолжаем, собственно. Где плотва? Иди сюда, плотвень. Плотва! Плотва, иди сюда. Давай быстрее скачи, коняга. О, ты бестолковое создание, ты из рода лошадиных. Поехали. Шевелись, плотва. Шевелись, плотва. Так, тут гора, мы тут ее... Да что ты будешь делать? Да ядрить-то. Мы тут никак не обойдем, судя по всему. Надо будет в обход как-то. Точнее, по горе мы не пройдем. Надо будет в обход топать. Что-то тут в обход больно сложновато. Держи. Да кого придержи-то? Никого не придерживай, Геральт. Скачи давай нормально. Сам ты тут тоже вряд ли залезешь, правильно я понимаю? Еще тут... Накеры, херакеры, идите нахер. Все накеры идут нахер. О, какая-то падла летает. Смотрите-ка сюда. Плотва. Плотва тоже летать умеет. Плотва тоже не промах. Прыгаем. Иди-ка сюда, собака, где-то там. Я потерял. А, вон она, падла. Иди ко мне, спускайся. Эй! Эй! Виверна это же, по-моему, или Куралиск, кто это такой? Иди сюда! Да твою ж мать, я тебя сейчас шибу все равно. Она вообще не хочет ко мне спускаться. И Гералт почему-то не может руку выше поднять. На! Не, так не пойму. Ну вот я, смотри, иди сюда поближе, смотри, вот я сбег. Во! Молодчик. Ну да, это виверна обычная. На-ка, тварь! Поближе, поближе подходи. О, на, сука. Ой, она тряпочная какая-то. На. Я думал, что-то посерьезнее, но нет. Какое-то говно. Так, мутагены, мутагены. Яйцо виверны, это тоже хорошо, по-моему. Там из них можно будет. Так, что я хотел-то? Я хотел поменять задание на текущее, чтобы оно мне не мешало. Так, вот, отлично. Может, вот это? Ну-ка, секунду. Так, да, это оно есть, но я почему-то иду в обход горы, и мне это совершенно не нравится, потому что гору надо... А, вот она сама гора, то есть мы сейчас вот так вот обойдем, да, все отлично. Эту херню, значит, можно снять, и поехали. Сейчас мы пойдем в обход, прям по этой стрелочке, потому что этот пунктирчик, он нас по-любому доведет. Гора какая огромная, подожди, там же я уже, по-моему, обошел. О, еще палисад, нихера себе название. Вот, собственно, и обход, замечательно. Их всего три опять, много было только в самой первой улучшение мы собирали, потому что там надо было каждую часть отдельно искать. А здесь, короче, один чертеж на все доспехи и по одному чертежу на каждый меч. Я так понимаю, за этой серию мы сегодня их все соберем, между сериями я опять полтора часа пробегаю и проищу ингредиенты, которые у меня будут прям в сумке, но я их не смогу увидеть. После этого, собственно, деревня Бокск. Да слази давай уже. А после этого мы продолжим сюжеточку, наверное. Опачки. Так, ну и где? Где-то здесь должен, во-первых, быть... Вот он, да. И он скажет, надо осмотреться повнимательнее. Здесь стоит осмотреться. Ага, стальной меч, окей. Где-то должен быть какой-то сундучок. Вот он, кстати, лежит. Это, наверное, он. Нет, нет. Нет, значит, это не он. Кусты, это тоже не оно. Где-то в каком-то раздолбленном. Да вот, скорее всего, нет, это бочки вообще. А где же ящик? Я помню... Когда мы в последний раз собирали в третье улучшение, или какой-то предпоследний ящик, он был вообще запутан, просто и заныкан где-то не пойми где. Здесь нету нихера. Вот он, ну конечно же. Ага, отлично. Мастерский, прикинь, мастерский меч Грифона. А что для него надо-то, подожди-ка. Может быть, мне уже хватит на него, я буду спокойно все это делать. Персонаж, ремесло. Мастерский стальной меч Грифона. Это где-то внизу. Вот он, так, это какой? Это серебряный. Смотри-ка, хватает всего, отлично. Яйца, всякая херобора, все это есть, все хорошо. Там двемерита еще много, по-моему, требуется. Даже Ламберт говорил, что двемерита, у него, короче, остались копейки. На это нам насрать. Так, дальше, здесь вот совсем близкое вот это вот будет, наверное. Здесь по прямой, никуда, в принципе, слазить не надо, никаких гор здесь не предвидится. Просто проскачиваем по прямой, это значит, у нас будет то, что сейчас не выделено. А то мы в обратную сторону сейчас опять побежим. Так, значит, это серебряный меч. Ну хорошо, поехали. 400 всего шагов, красота, прям совсем недалеко. Где еще и быстрая перемещалочка у нас открылась. А, что так за знак вопроса, подожди-ка. Тут что-то есть. Нихера себе, кто-то медведя ушатал. А что тут у нас?
А, во. Наследство. Ладно, оставим пока до лучших времен. Если кто-то будет срочно, короче, помирать, Геральту можно все наследства отдавать, впрочем, как и это. Потому что Геральт парень-то не промах. Все местные бабульки должны все наследство отдавать Геральту. Это будет хорошо. Че я без плотвы бегу? Иди сюда. Иди сюда! Плотва, почему ты не появляешься прямо рядом со мной? Че я постоянно, чтобы поскакать на своей лошади, должен к этой самой лошади сам идти? Это как-то несправедливо и неправильно. Че за херня такая? Че за вечный огонь такой? Но только не говори мне, что опять надо будет на гору лезть. А ведь придется, смотри-ка. На гору, как там правильно-то? Да твою ж мать, Плотвень. Ты думаешь, я здесь заберусь? О, вот они как поправили. Смотри, Геральт ходит, короче, языком землю собирает. Вкусная, наверное, земля, да, Геральт? Очень-очень вкусная. Да давай уже, Плотва. Во, красава. Кто там орет? Там кто-то есть. Так, это старый дуб, там какая-нибудь херня, опять какие-нибудь ведьмы или что-то типа того. Кстати, по поводу ведьм. Одна же ведьма у нас выжила, и теперь надо как-то понять, как ее уничтожить. Ее же как-то можно уничтожить. Сокровище под охраной, спокойно. Это охрана, ну-ка стой! Да ядрить тебя! Иди сюда! Подожди, а ты же можешь бахнуть вот так вот? Не, не можешь, ладно, слазь тогда. Так, плотва уже обосралась. Эх, не успел. Ну иди сюда. Давай, на 3-4, ты прилетаешь, я тебя палю. Давай, эхидна. Ну иди сюда. Давай, 3-4. Опа, красава. Вали ее. Эй, она еще и хвостом от меня отбивается. Ты посмотри, какая паскуда. А где сами сокровища? Вот эти? Нет, не сокровища, а где же они? А, вот они. Штаны сапера, нихера себе. Плотва, ты обосралась, что ли? Поехали, все нормально. Вперед, Плотва. Мне кажется, ей надо было сделать так, чтобы чем больше уровень у Геральта, тем меньше пугалась плотва всяких непонятных монстров. Что-то как-то нелогично, по-моему. Так, я нашел сокровище. Вот в этой старой башенке они по-любому валяются. Ну, плотва, поехали. Ох, ну. Да сука, боится, прикинь. О, нормально. Летающая лошадь, красота. Где ты еще увидишь летающую плотву? Нигде. Плотва вроде и лошадь, и одновременно рыба еще и летает. Замечательно. Так, где этот значок-то, который нам надо прочухать? Опачки. Здесь стоит осмотреться. Стоит, стоит. Стоит осмотреться и найти наш сундучок. Да ну на. Прям туда на? Да ты угораешь. Что тут? Накеры? О, отлично, накеры, пойдем. С вас же этот, как он называет? Мутагены должны падать. Я нашел уже сундук. Тихо, 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 пацанва, спокойно. Одноразовые накеры, это хорошо. Так, где-то сундук был, вот он. Вот в нем по-любому улучшение. Какой нахер ключ, ты о чем вообще? Да не нужны мне зеленые мутагены, дайте мне синих. Да ты издеваешься, а у кого из них взять ключ? Во, малый синий мутаген, отлично. Во, еще один малый синий мутаген. Теперь я даже могу сделать, наверное, большой синий мутаген. Точнее, обычный. Да уйди своим... Да я знаю, я это все. Так, синий мутаген, отлично, хорошо, на-ка. Во, большой синий мутаген, красота. Так, а теперь надо как-то все это логично разложить, чтобы самые используемые у нас истребовали... Понятно все. Так, мы пользуемся, значит, взрывным щитом пользуемся, активным щитом пользуемся, огненным потоком пользуемся, акси игни. Вот это надо как-то поменять на одно место. Так, взрывной щит. Давай-ка поменяем вот это местами. Ага, и сюда мы положим, значит, большой синий мутаген. Вот этот, да? Здесь тоже большой, подожди-ка. А у нас же должно быть, по-моему, три больших синих, чтобы сделать огромный какой-то, или так нельзя? Не, нельзя, так, ладно. А здесь тоже большой какой-то прикол. Это что такое? Квен, 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 что такое? Квен? Квен это щит. Здесь у нас чего? Взрывной щит. Знак аксий. Ага, давай вот это вот местами поменяем сюда. И вставим сюда большой синий мутаген.
плюс 40. Получается, у нас уже два больших синих мутагена, а один какой-то огромный из них сделать можно, нет? Да иди ты отсюда. Так, красный мутаген, большой синий. Нету, короче, круче мутагенов, есть только большой. Ну и хорошо. Итак, допустим, здесь нам нужен какой-то ключ, только где вот он? Реально нужен ключ. Ну пойдем день порыскаем его здесь, что ли? Надо же понять, что в этом сундуке прячется. В нем же что-то прячется. Так, тупичок. Оп, тихо-тихо. А мы здесь были, по-моему. Здесь должен был быть газ. Или что-то типа того. Ой, нахер, воин. Иди нахер отсюда, нахер. А вот у него, наверное, ключ валяется. Точно. Замечательно. Но это, короче, не само улучшение для Грифона. Это просто какой-то ключ. И там просто какой-то сундук, просто с какими-то сокровищами, скорее всего. Странно это, странно. В одном и том же месте, короче, мы нашли двое сокровищ. Открывай. Большого, о, нихера, тут большие камни. Габизон, гамбинзон. Отлично, замечательно. Так, а где же сам сундук-то? Подожди-ка. Здесь его нет. Там еще что за паскуда? Опять кураис какой-нибудь. Так, он, скорее всего, где-нибудь вот здесь валяется. Вон он, наверное. Вон он. Ну, конечно же, вот он. Конечно же. А это что за говно здесь летает? Надо ее как-то уничтожить. А то еще плотва у меня обосрется вообще от страху. Пойдем сюда, Как тебя там? Кто это? Это Виверна, наверное. Ну, пошли. Давай, раз на раз, как нормальные пацаны. Я еще хочу Грифона найти, чтобы ему отомстить, паскуда, за прошлый раз. Так, надо какой-то остров выйти, где поудобнее будет сражаться. Вот сюда где-нибудь. Ну давай сюда, алло. Во, красота. Ох ты, нихера, он... О, какой здоровый куролис. Ну-ка, тихо. Так, здесь надо что-то другое. Тихо, тихо. Красота. Ой, маши, Геральт, маши быстрей. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, плохо. Иди сюда, паскуда. Куда пополз-то? На-ка. Эх, нихера ты пробиваешь, спокойненько. Ну-ка, сядь на... Да ядрит, я его сбил, он сам упал. Да давай, добивай, добивай. Да не убьет он тебя, Геральт, бей. Пока. У меня доспех, он поломался. Это что-то прям плохо, это прям внезапно что-то получилось-то. Так, красный мутаген, яйцо королевское. Это все замечательно. Перед ведьмачьими этими нам надо много этого всякого чудовищного говна, потому что оно очень часто используется. Так, давай поспим. И вольнем сразу за последним улучшением. А он где у нас? А он у нас где-то там, где-то очень далеко. А здесь даже перемещалки быстрой нет. Вот это херово, конечно. Это назад бежать. Хотя можно добежать вот до сюда. Там сразу взять пару ведьмачьих заказов и, соответственно, оттуда портнуться куда-нибудь поближе. Так, доспех, ты чего у меня тут? Где у меня ремонтные эти? Это что такое? 30 пробитий доспеха. Вот это, да? Да. Хорошо. Ай, плотва. Я не понимаю, почему лошадь не может бегать себе по пояс, потому что вот сюда плотва не залезет. Она скажет, нихера не знаю, слишком глубоко, никуда не полезу, отвали от меня ведьмак, пошел ты вообще домой. Поехали, плотва. Она даже здесь бегать не хочет, по лужам. Боится замочить свои новые копыта. Возможно, это какие-то блатные, типа, прошаренные. Вот что ты не хочешь? Тут кто из нас жирный? Либо лошадь жирная, либо Геральт высокий. Что происходит? Где вообще? Ладно, плотва. Качай, короче, задницу, чтобы была меньше, но была более упругой. Поехали здесь тогда. Теперь Геральт толстый. Все потолстели. Не поиграл ни хера в игру нормально. Иди сюда. Смотри-ка, там она прошла без меня. Значит, Геральт был слишком высок для того, чтобы пройти в эту арку. Надо было знак поставить, что машины не выше 3 метров. Везде же ставят, здесь не поставили. Скачи, плотва. Вы как много накеров здесь. Много-много накеров. Подожди-ка. Стой-ка, я прям специально вот... Уйдите нахер. Я прям убью их только для того, чтобы получить с них синие мутагены. С них же можно получить синие мутагены. Я сделаю еще один большой, чтобы у меня было место. Так, давай, собирай. Оу, нихера ты прискакал. Здорово. Это все? Во, отлично, малый синий мутаген.
Малый си... Во, все отлично, большой синий мутаген получится. А, нет, только обычный получится мутаген. Мать твою, но все равно, хотя бы будем знать. Так, алхимия, синий мутаген. Одного не хватает. То есть сейчас еще бы 4 штучки, у нас был еще один большой зеленый, большой синий мутаген. И у нас бы все уже, короче, были прокачаны просто до невозможности. Так, а у нас там что-то по хпшке же стоит, по-моему. И можно бы его, наверное, прокачать, какой-нибудь красный мутаген большой сделать. Большой красный мутаген один из трех. Красный мутаген что-то вообще не попадается. Они, по ходу дела, самые редкие. То есть сначала идут зеленые, которых просто прям завались мутагенов. Потом идут синие, а потом только красные. Потому что сколько времени прошло, у меня уже почти 3 больших зеленых мутагена, а красных до сих пор нет. Так, гарпий. Вот, вот это тоже надо сейчас прям сразу зацепим, потому что эти сучки очень полезные. Опять нам скажут, нужно перья чудовища, а перья чудовища в продаже нет. Придется бить гарпий опять куда-то идти. Давай лучше сразу завалим их, и все. Давай сюда. О, ой, смотри, сколько сюда попадало. Отлично. Где там еще-то одна? Убей ее. Ну, тихо, тихо, девчонки. Кого-то, по-моему, еще захерачил, да. Да ударь по ним знаком. Куда ты полетела? Во. Красота. С них очень полезные ингредиенты падают. Ну-ка, падай. Где там еще? Падай, говорю, алло. О. Яйца гарпии. Нам нужны перья чудовища. Не когти, а перья. Да ладно, столько, короче, перебил, и всего 2 лута. Вон там, правда, еще летают. Ну-ка, пойдем туда. Это реально самый, считай, один из самых несложных ингредиентов, а достать его просто почти нереально. Опа, нихера себе. Давай. Гнездо чудовищ, вот сейчас мы его уничтожим до кучи. Ну, конечно, теперь здесь не смуди отсюда. Да падайте, ну! Как спуститься-то отсюда? Да вот тут еще Геральт, попадешь сегодня кому-нибудь, нет? О, бей ее. Они урон-то почти не наносят, бестолковые какие-то создания. Проваливаются сквозь пол или сливаются с ним. Хамелеоны херовы. Все, что ли? Где-то еще одна есть. Ну, перепрыгни туда. Почему ты в боевом режиме не можешь туда перепрыгивать? Ну, что паскуда, что паскуда. Ничто паскуда. Иди сюда, паскуда. Твою мать. Уйди, бей ее. О. Отлично. Собирай лут. Собирай мне много перьев чудовищ. Во, перья гарпии, отлично, уже есть, уже хватит, наверное. Так, остальные где-то снизу валяются, получается. Во, красавец. А, здесь вход был. Кто ж знал-то? Где еще одна? Одна там осталась, да? А что тут вообще такое-то? Там кто-то, по-моему, ходит такой злостный. Так, гнездо чудовище. Здесь гнездятся гарпии. На. Взрывайся. Красота. Одна где-то там осталась. Как к ней забраться, я не понимаю. Надо было как-то оттуда собирать. Да не ори ты. Не, не хотит. Можешь как бы отсюда запрыгнуть по новой? В чем проблема-то? Потому что одно перо может очень многое решить. Одно перо может очень сильно помочь. Геральт, хватит врезаться в елки. Во, красавец. Так, где-то тут. И где же? Ты издеваешься, да, надо мной? Точка же есть на карте. Где лут-то мой? Ну и хер с тобой. Тихо. Спокойно. Я зря это сделал. Мог сейчас спокойно умереть. Пришлось бы начинать с самого начала. Ты чё? F5-ка. И поехали дальше. Так, 209 шагов. Это, в принципе, недалеко. Добежим без коня. Плотва на горной местности вообще очень плохо себя ведет. Она категорически отказывается пробегать какие-то небольшие холмики, запрыгивать на какие-то маленькие горы. Она бесполезная в этом смысле. По ровной поверхности она, да, она бежит. По городу по ней скакать, на ней можно. Но смысл на ней скакать по городу, если она не может там самым быстрым шагом своим перемещаться. Единственное, что у нее энергия не сильно тратится, а так-то толку-то от нее здесь по большей степени-то нет. Где у вас тут доска-то? Так, кузнец, пойдем починим доспехи, а то они что-то больно часто ломаться стали.
Надо их до конца перечинить всех. Паркурщик Геральт продолжает вытворять свои веселящие трюки. Здорово. Ну как, дела? А с чего бы им не идти, если я делаю лучшее оружие на островах? Погляди. Серьезно, что ли? Это железо вырвано из чрева горы Артфаант, где добывали руду великаны. Огонь в моей кузнице не угасает уже 6 поколений, переходя от отца к сыну. Это вы же сколько лесов-то спалили, чувак. Моя младшая приходит сюда и роняет каплю своей крови в воду, в которой я закаляю клинки. Ты садист, слышу. Воду, говорит, приходит, короче, дочь и херачит кровь в воду. Беспредельщик. Так, а что это такое? Мощь знаков плюс 5. Это неплохо, только куда бы это вставить, хер его поймешь. Ладно. Так, а вот что такое? Обычное перо. Тебе надо все это попродавать. Во-первых, потому что мне это нахер не надо. Что это? А, тут и мать твою. Денег, ты у него, смотри, как дохера. Все, кончились шлёт, тряпка. А здесь что есть такое дешевенькое? А что у него купить-то получается? Надо что-то купить. Олово, херолово. Наборы учеников всякие. Надо что-нибудь такое редкого у него прикупить, что очень редко попадается. Так, слиток темного железа он, по-моему, не нужен никогда. Золотая руда, то вот метеоритная руда может пригодиться, это раз. Потом серебряная пластина, серебряная руда. Вот это тоже, кстати, может пригодиться. Два. Серебро нам не надо. Серебряная пластина может пригодиться. Так, шнурки не нужны, это ничего не нужно. Сталь, хераль, это все не то. Вот, метеоритное серебро тоже может пригодиться, это хорошо. Пластина тоже пусть будет. Темная сталь не нужна, насколько я помню. Это все чисто поэтому. Ладно, давай еще возьму вот. Нет, что-то деньги было. Не буду я тебя больше ничего брать, пошел ты нахер. Возьми лучше все вот эти вот ненужные вещички. Так, это тоже забирай. Это что? Это мне не надо. Это на. Это на. Это тоже на. Вот так. Вот так будет хорошо. Все, он продал. А что к нему пришел? А, сделать что-то. А что ты делаешь? О, он оружие делает как раз, замечательно, красавчик. На меч мне все хватит. И домой, кузнец! Будь здоров. Счастливо. Я, говорит, лучший ремесленник вообще тут, лучший... А, подожди, я забыл, что к тебе пришел-то. Да, вернулся. Короче говоря, я же к нему пришел, это оружие починить. Дай взглянуть. И он такой загоняет мне, что он типа самый лучший, вообще тут просто обосраться какой кузнец, а в итоге не может даже сделать мастерский меч школы Грифона. Ну тряпка, чё. Будь здоров. Счастливого я вообще боюсь, пути. Что эти, как бы, доспехи-то не сможет какой-нибудь рядовой кузнец сделать. Тот-то, которого мы ходили на сделку, он мечи-то по-любому сделать сможет, потому что он делает мечи. Но по поводу доспехов я вот сомневаюсь, что здесь может любой кузнец это сделать. Придется кого-нибудь, наверное, избранного искать. Великого, который там с бородой да яиц такой всю жизнь сделал, какие-нибудь доспехи. Той, что вечно дева, мать и старуха. Дело мать и старуха? О чем ты там разговариваешь? У этих нет каких-то ведьмачьих заданий никаких, они все какие-то некультурные и не хотят ничего делать. Так, нам вот сюда, собственно. Сейчас опять меня переместит на другой, на другой знак и скажет, то ты уже здесь. Заказ дракон. А, во, отлично. Дракон? Это надо, короче, после этого... после того, как я сейчас ведьмачью школу соберу, надо посмотреть, что за дракон. Вроде как ведьмаки драконов-то не убивают, насколько мне известно, что там происходит. Кому-то убьют, убивают. Не, просто тут стоит, ладно. Не, подожди-ка, чувак. Гремис, ты не становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. Нормальный ответ. Упражнение высшей алхимии. Не, спасибо. Мне и обычной алхимии хватает. Она не особо как бы пользуемая мной. Я пользуюсь только ласточкой, по большей степени. Да всякая остальная херня, типа грома, это очень редко. Что такое? Волки? Ну-ка молчать. Так, не так я это сделал. Отходим. Тихо, тихо. Белый волк против белых волков. Вот это поворот. Гори. И все. Делов-то. Иди сюда, волчонок. На. Прощай. С них ничего не падает. С них падает только мясо, поэтому оббирать их, собирать смысла нет сейчас.
столько времени тратить мясо, мы не жрем сырое, жарить его не жарим, продавать не продаем, денег полно, хотя деньги, кстати, убывают, потому что раньше их было за 11, за 12 тысяч, а сейчас, по-моему, осталось только 9. Поэтому особо разбрасываться с деньгами не стоит, но это все из-за дорогих ингредиентов. Так, Геральт, спокойно, F5. Это сейчас будет смерть, да? О, это была смерть. Спокойно. Опачки. Поехали еще раз. А, нормально все, поехали. Так, это гарпии. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Да, это, по-моему, гарпии. Тут смотри, тут и место силы, и спрятанные сокровища, что только нету. Где знак? Вот он, отлично. Здесь стоит осмотреться. Сейчас смотримся, это что? А, это коза. А кто? Воу! 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 Циклоп! 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 Красота! И в пятка! Поехали! Здорово, циклоп! 30 уровень, нихера себе! Не-не, их, он по мне задел! Тихо-тихо-тихо! Воу! Застрял! Тихо, спокойно. Сгори, сука! Ой, больно! Тихо! Бей меня! О, давай еще! Давай, давай, давай! Красава! На-ка! Ну конечно! Да не страшны мне твои удары, заметь это! Заметь, циклоп! Не боюсь я твоих ударов! На! Да твою же мать, боюсь! Подожди, боюсь, боюсь, боюсь! Опа! Это что было? Нихера фартануло спокойно! Так, циклопушка, ну-ка иди бей меня, только не скидывай. Что-то знак мой пропадает, я его не вижу практически, отлично. Не-не-не. Опа. На-ка! И ты умираешь. Да, именно так. После одного... После одной фразы ты берешь и умираешь. Так, здесь где-то место силы, раз. Какое-то спрятанное сокровище, два. И что-то еще три. А, еще этот. Наш грифон. Чё-то не понял я, а чё же он тут охранял? Он же должен быть что-то охранять. Где-то здесь сундук. Ну туда я вообще смачно провалился, причем еще и жив остался. Я прям молодец. Тут гарпии летают, а где сундучок? А где? Где ты? Где ты, сундучок? Так, это знак, это гарпии. Подожди, где-то здесь. Может он на него упал? Нет, значит где-то внутри. Очень хорошо спрятан, прямо около стены, я его не вижу даже. Так, это не сундук. Это же не сундук. Это какой-то камень. Не, ну я вообще, в принципе, да, рыскаю-то не здесь. Но, мало ли, где-нибудь сбоку валяется. А где же ты в округе? Может, выше надо подняться? Он, наверное, где-то там, где место силы, где спрятаны сокровища. Теперь найти только какую-нибудь лесенку или что-нибудь типа того. Как-то забраться-то вообще? Так, ну здесь его нет. Ты сюда залезешь? Вряд ли, да? Да хорош, а как тогда? А, вот, ну, нихера себе придумали. Залази! Сейчас еще гарпин меня сзади нападут, а Геральт умрет. Ты как высоко-то? А что, нет? Это место силы. Отсюда изливается магия. Ага, и вон сундук, хорошо. Все рядом, все вместе. О! О! И место силы до кучи, вообще отлично. А где ты еще? А, спрятанные сокровища я подобрал. Они рядышком прям были. Ну хорошо, давай, у нас есть лишнее очко. А это значит, мы вкачаем его куда? Вот сюда, само собой. Ну-ка. Только вставить эту херню некуда, надо ставить попозже, когда прокачается уровень. А уровень прокачается совсем вот уже практически сейчас. Это что такое? Ага, это плюс 500 единиц здоровья. Они, в принципе, не так сильно мне и помогают. Хотя вот сейчас разница сколько? Почти в 1000. Это заметная разница? Да не особо она и заметная. О-о-о! Хотя иногда она может выручить. Ладно. Опачки. F5-ка. Еще один великан, ты угораешь, что ли? В смысле, циклоп. Вас откуда тут столько, товарищи? Да подожди, он откуда тут берется так быстро? Ты, короче, резнулся. А ты бьешь меня, нет вообще? О,
О! Эх, нихера себе! Вот ты здоровый! Ну-ка! Отлично! Спокойненько. Так, Квен, все правильно. Ну-ка, бахни себя. Тихо-тихо, отходим. На-ка! А, так он горит, 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 горит. А я эту херню не поставил, она не работает еще. На-ка. Ну, у него бывает это хорошо, на. Да понял, я понял тебя, подожди. Давай. ХПшку мне восстанови, куда пошел-то, дурень? Восстанавливай. О, еще. Давай, давай. О, отходим. Тихо, тихо, тихо. Я тоже так умею, на. Ну, почти так. Встань, Геральт. Давай. И ты умираешь, чувак. Такие дела. Нормально. Взяли двух, короче, циклопов, разом херанули. Пойдем этих вон хернем еще до кучи. Эй, гарпии, ну-ка спускайтесь. А кто тут помер? А, они козу убили, вот собаки. Ну падаем, 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 кучкой все. Давайте кучненько. Ч меня не атакуют, нихера. О! Одна упала. Красава. Спаять. Еще одна. Вот обоих! Обеих, точнее, красота. Еще одну, давай, давай, давай. На, сучка. Все, все в кучку. Куда полетела? Ну-ка вернись, паскуда. Ага. И последняя. Пойдем сюда. Она лечится? А, это не у нее пролетело. Это глюк. На. Отличненько. Ну где, где? Печень мне не надо, мне надо перья, перья, перья. А, кстати, из яиц, по-моему, тоже можно перья получать. Если я ничего не путаю. Где еще одна? А, это с козы. Окей, так, кстати, я хотел посмотреть на этот, как его, на... Дракон, что ли, как он там называется-то? Значит, в мачьих заказах? Точно, смотри-ка. Давай посмотрим, что за дракон. По ведьмачьим заказам тоже, кстати, три штучки уже можно сбегать сделать. 1300 метров, здесь какая-то перемещалка-то. Блин, сам... А, куда это? Сюда. Ну, пойдем по берегу, сюда дойдем. Плотва, иди сюда. Вот здесь ты как раз и пригодишься, создать бесполезное. Там, может быть, будет как раз-таки кузнец, а скорее всего придется топать в Новиград, чтобы делать все эти оружия, доспехи. На них еще половины не хватит, наверное. Мы как раз пока доскачем до сюда, услышим рассказ про дракона и на этом закончим, а я буду, как всегда, между сериями бегать, искать, тупить, смотреть. Я специально вам не покажу, как я туплю, потому что сколько можно. Сколько можно на это смотреть? Это какие-то гарпии веселые, нет? Ладно, если что, буду знать, что они здесь есть, вернусь за ними. Вернусь за ими, за ихними, за ихими, за их душами и перьями, так сказать, и все это быстренько себе приобрету. Да что за деревня, что-то гад пустоватая, по-моему. Здесь кто-нибудь живет вообще, нет? Давай. Что-то тут и нет никого, я думал, здесь какие-нибудь кузнецы будут хотя бы. А их тут и нет, ну ладно. Пойдем. Так, где это? Вот оно. Дракон, ну реально, драконы же, это они обитают там, где кончается карта, и, в принципе, ведьмак не должен как бы на драконов-то охотиться. А, так я здесь только что был. Да-да-да, да, я же здесь, да-да-да, я здесь только что был. Деревенский староста, ну пойдем, деревенский староста, обсудим с тобой как бы вариантик-то. Ты? Точно. О, ведьмак, ты ведь насчет дракона пришел? Ну, типа того, да. Расскажи мне что-нибудь про этого дракона. Как он выглядит, например? Да это какой-нибудь василиск этот обычный. Что ж ты тогда за убийца-чудовищ? Ну и чешуя у него, крылья, когти. Дракон как дракон, нечего о нем болтать. Убить его надо, бля, пока он еще кого-нибудь не сожрал. Без проблем. Давай о награде поговорим маленечко. Поговорим о награде.
Сколько ты даешь за дракона, я обычно беру за Накера. Ты дурак, что ли, Геральт? Чё ты так деньги-то свои просираешь? Ну, 300. Много. Но и дракон... 300 сработало, нихера. Пускай так, согласен. Надо было полностью брать. Давай займусь вообще без проблем. Ведьмаки обычно драконов не убивают, но я посмотрю, что можно сделать. Ты говорил что-то про жертвы. Двое братьев, Аскель и Нильс, пошли на охоту. Да сами стали добычей. Такие у них были паскудные раны, что даже мне плохо сделалось, как их принесли. А я много чего повидал. Был в 32 походах, от Повиса до гор. Это наверняка очень интересно, но сейчас меня интересуют раны. Можешь описать? А сами и посмотрите. Семья только готовит ребят к похоронам. Они в доме еще лежат на северном краю деревни. Только отнеситесь к телам с уважением, как велит обычай. Ну как скажешь, чё, я без проблем вообще. Поговорить с матерью жертв. Пойдем поговорим. Не, давайте закончим на этом, а то мы сейчас пока осматриваем жертв, мы уже сразу поймем, что это за дракон или не дракон, и будет неинтересно в следующей серии на это смотреть. Поэтому ссылка на плейлист будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, и всем до встречи в следующей серии. И пойдем, о чудо, в Ведьмаке убивать дракона, или... дракона. Вот так, как там Геральт говорил. Короче, когда он сомневается в том, что это дракон, скорее всего, это какой-нибудь куролиск или как ее вар... Ну, короче, вот это летающая курахера, которую мы, в принципе, сразу же убивали. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.